продолжении темы «Новый год» — это время, когда сбываются самые сокровенные мечты. Центр «Мой бизнес» Тверской области и благотворительный фонд «Добрый мир» в преддверии Нового года запускают совместную благотворительную акцию, в которой может принять участие каждый. На проспекте Победы, 14, вас будет ждать елка желаний. На волшебном дереве можно будет найти письма Деду Морозу от подопечных благотворительного фонда «Добрый мир», детей с тяжелыми заболеваниями и ментальными нарушениями. У каждого из них есть какая-то мечта, есть какое-то желание, которое они хотели бы, чтобы оно сбылось под Новый год. И они пишут Деду Морозу письма, вот такие, которые вы видите на нашей елочке. Вот, а внутри письма можно найти фотографию, пожелание ребенка, письмо Деду Морозу и QR-код на ту игрушку, которую он хотел бы получить в подарок. И мы хотим предоставить нашим предпринимателям возможность прийти сюда в центр, снять любое письмо с этой елочки, исполнение желаний, исполнить мечту ребенка, купить тот подарок, который он просил, принести в наш центр. И потом мы пригласим их вместе с нами в гости к ребятам фонд «Добрый мир» на их новогоднюю елку, где мы и подарим эти подарки.